Але якщо ми не знаємо історії наші, то я вам хочу сказати. Єшуа. Вперед, треба почувствувати ти. Твоя нога, одна ли вторая, вперед, впереди. Ашмина, Бема Алок, Дошим, Ори, Кезохар, Ахатракия, Маскарин. Что мы говорим? Я не знаю, смогу ли я это коротко сделать, потому что хотел бы немножко пообщаться. И тема, как вот, извлекая драгоценное из ничтожного. Мы фактически говорим о каком-то состоянии, что-то ничтожное, надо с этого ничтожного сделать себе что-то приятное. Вот как бы найти. Тема, как не кстати, она очень важная и в свете происходящих событий, потрясений по всему миру. Как раз вот среди всего того ничтожного, что нам кажется ничтожным происходит, нам из всего этого нужно сделать вывод какой-то. В последнее время я вообще часто слышу фразы людей, которые говорят о их внутреннем настроении. Вы замечали с людьми, особенно сейчас, общаешься, у них какое-то настроение подавленное, какое-то состояние, где-то куда бежать, где мои вещи, что случилось и так далее. Внутреннее состояние, состояние обреченности на провал. Что бы я ни делал, все на смарку. Или что-то не получилось. Безвыходное состояние. Или на самом деле, ты чувствуешь, что люди сдаются. Капитуляция перед какими-то уже обстоятельствами. Некоторые люди решают изменить тупиковые обстоятельства собственным бегством из этих обстоятельств. Просто сбежать и все. Особенно это когда касается вот самых интересных вещей. Когда человеку одалживаешь деньги, он ничего не может сделать, и он сразу теряется где-то. Уже меняет ники всевозможные, ни в интернете их не ходишь, не находишь нигде, ни на улицах. Вот из тупика они сразу решают сбежать от ответственности, то есть реальности. Некоторые начинают переездами всевозможными, некоторые вообще... При самых трудных обстоятельствах, особенно если эти обстоятельства еще и не отвеченные, то есть ожидания чрезмерно высоки, ты замечаешь, что люди теряют веру. Но это не новое, потому что даже и Павел говорит, да, Рав Шаул говорил, что меня оставил, возлюбил этот мир. Да. Вот как бы некоторая часть, то есть выйти, уйти, оставить веру. И знаете, я хочу спросить уже так уже... з українським таким акцентом. Таке нікчемне моє життя, люди кажуть. Отаке нікчемне моє життя. А що воно означає для людей? Та що це означає окремо для тебе? Окремо для тебе. Ну, тому що ми говоримо о том, що фраза «драгоценное из ничтожного», а ничтожное на украинском языке – це никчемное. У нас как бы использовали раньше, ну, никчемом, да, вот такое вот. Что такое-то суржик с каким-то с привкусом украинским. Так что, поговорим о цей никчемное життя. Эту фразу драгоценное из ничтожного большинство читателей Библии, им всем это известно. Но есть люди, которые пытаются увидеть из сложных обстоятельств позитивный смысл. Эту фразу мы зачитываем, уже несколько раз зачитывали, Еремия 15 глава, 19 стих. «Но сие, так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять перед лицем моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». По факту 19 глава нам четко дает намек на намерение Божье. Предложение Всевышнего к Еремии о том,
что твоя задача получить урок из плохой ситуации, которая станет для всех остальных свидетелем наших отношений. Другими словами, это короткий вывод из этой фразы. Но тут самым необходимым для нас нужно рассмотреть в этом эпизоде не как частичная часть, какой-то эпизод его жизни, что-то произошло, как, или как временное состояние, но как мицву, задачу от Бога для цели нашей жизни. Вы должны понять, это не просто некоторое небольшое временное состояние человека, но здесь оборот такой идет, как это обязанность, мицва Божьей цели в нашей жизни. Потому что 2 Коринфянам, 13 глава, 15 стих, говорит простые вещи. Обращение сегодня к нам, к евреям, неевреям, верующих в Иешуа Мессию. Испытывайте себя, верили ли вы. Сами себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Машиах вас? Но разве только вы не то, чем должно быть? Вдруг здесь Павел говорит такую вещь, которую испытывайте себя. Значит, то, что Бог говорит к Иеремии, становится мицвой для мессианских евреев Нового Завета. Испытывать, исследуй себя. Ты стоишь в вере или не стоишь? Разве что это не то, что ты хотел бы, ну, должен быть. Если вот испытывай, Машиах в тебе или нет? Я зачитаю СМС, которое мне пришлось, я общался с человеком. Я почитаю, имена не буду говорить. Пронзило сознание, что чем больше я жажду доброго, чем чаще натыкаюсь на дерьмо. Извините, Ребе, но это правда. Тут приходится быть виртуозом, чтобы извлечь драгоценное из ничтожного, чтобы открыть зернышко или найти зернышко, приходится перелопатить кучу дерьма. Когда ищешь или не ищешь ничего, вообще ничего, то и ничего не замечаешь. Правда и доброго общения не существует, это гипотетически. Когда ты ничего не ищешь, не натыкаешься на зло, другими словами. Звучит, правда, разочарованием таким. Такое разочарование. Что бы ни делал, как бы ни делал, не искал хорошего в дерьме, то никак не могу найти. Натыкаюсь еще на худшую ситуацию. Для каждого верующего человека, несмотря на его обстоятельства, для нас дано руководство для жизни под названием Библия. Вот знаете, у мужчин есть одна плохая привычка. Мы когда получаем или покупаем какую-то вещь, мы сразу, вот если там дать, вот, мы из упаковки вытащили, и потом сразу в резетку. А жена мне, у меня всегда говорит, ты почитал инструкцию? Что она не работает, вот это вот. Вот для нас есть инструкция, нам дана инструкция, но мы все знаем. Вы понимаете, да? Нам дана инструкция, но каждый думает, что он знает больше, чем другой. Стремление найти вот, опору в Боге и в Писании должно стать краеугольным основанием, чтобы не впасть в отчаяние и депрессию. Если мы знаем Библию, если основой наших отношений Библия и Бог, тогда это краеугольный камень, на котором хочется стоять, потому что там есть ответ для твоей жизни, даже в депрессии. Нет в мире человека, который бы не пережил боль, болезнь, тревогу, разочарование, предательство. Если я сегодня спрошу здесь присутствующих, вы скажете четко. И может быть даже не один раз. Но если для мира это причина к определенным действиям, мир все-таки на эти разочарования, на болезни, на какие-то предательства – они реагируют по-своему, то для нас, верующих в Иешуа Мессию, нет причины, нет никакой причины уходить от веры, бунтовать, нагло вести себя, подавать повод соблазну.
В реальности у нас с вами нет никакой причины. Даже при самых сложных ситуациях в нашей жизни у нас нет причины. Потому что смех без причины – признак мессианской общины. У нас все хорошо? Задам вопрос еще раз украинскую, для того, чтобы было четко в вашем разуме натягнуть. Так. Чи може бути у віруючої людини нікчемне життя? Чи повинно так стати, щоб в нас з вами було таке життя? Каже, та ні, не дай Бог. Ребе, що ви кажете? Мессия не для того умер, чтобы мы не имели надежду на лучшую жизнь. И не лучшую надежду на будущую жизнь. Он умер для того, чтобы мы имели все в нем. Лучшую надежду, лучшее упование, лучшее ожидание. Но мы с вами не исключение из человеческих правил. Мы люди. И мы попадаем на давление, которое переживают люди. Каждый. Даже если мы сегодня свободные, но у нас есть соседи, друзья, они все равно своим поведением, ситуацией, общением, каким-то образом, вот, особенно общением в последнее время, давят на наше состояние. Мы не исключение. То, что с нами вообще происходит, это вообще потом, ну, другой совсем вопрос. Но мы не исключение с вами. И я, конечно, не супермен, да, почему не исключение? Почему мы не можем быть с вами исключением? Но ведь как бы Он нас отделил, освободил, поставил, дал нам будущее и надежду. Все-таки как бы так. Почему для нас, как верующих людей, не может быть исключением? Лишь по одной причине. Давайте посмотрим на предыдущий стих, где Божий человек, Иеремия, Божий человек, правильно? Пророк. У нас тут, когда пророки собираются, то они наговорят еще там. Вот этот Божий человек, и вот что происходит, и что он произносит, слова, которые нам нужно вообще понять. Я буду читать сейчас немножко с другого перевода, это современный перевод на русском языке. 15 глава, Иеремии, 18 стих. Вы посмотрите на сильно дальнем переводе, то, что мы привыкли. А я буду читать на уже в современном русском, как бы, чтобы дошло. «Почему же боль моя еще при мне? Почему не исцелились раны и не исцелятся никогда? Неужели ты, Господь мой, изменился и стал подобным пересохшему ручью?» Или пересыхающему ручью. Очень интересно, правда? Читаешь на синодальном переводе, за то, что ты так что так упорно болезнь моя, то есть болезнь, которая не отступает, и рана моя так не исцелена, что отвергает врачевание. Ну, это понятно, что здесь, вот здесь прямо говорится, что и не исцелится никогда. У нас есть люди в общинах, в церквях, которые носят раны неисцеленные по 30 лет. И каждый раз, когда говоришь им, ну простите, ну там папу отпустите, маму отпустите, нет, уже с этими ранами ходят, знаете, и собирают еще больше и больше. Хочу отметить, что Иеремия по человеческой своей природе, как и многие из нас, и я себя туда включаю тоже, делает нормальный список вопросов, задает вполне человеческие, ну, вопросы. Почему? Ну, макага, лама, что случилось? Если я знаю, что ты Бог всемогущий, это вот мысль самого Иеремии. Если я знаю, что ты Бог всемогущий, если ты знаешь, что Бог всемогущий, тогда почему? Если ты Иегова Рафа, то есть ты Бог целитель мой, тогда вообще почему эта рана остается?
Ляма, что такое? Почему? Если ты избрал свой народ, то почему Холокост, изгнание, преследование, насмешка, гонение, унижение, почему все это нам в полном пакете и с бабочкой на этом конверте? Пожалуйста, возьмите. Почему? Когда я думаю вот то, что делает Иеремия, я чувствую, что он теряет веру, как многие люди. В общинах, в церквях. Ты общаешься с ними, они говорят, почему? Вот тогда-то, 90-е, ты что, там такое было? А вот сейчас, почему? Мы не видим исцеления, освобождения, там изгнания бесов, там еще какие-то вещи происходящие, там что-то происходило у нас. Вот был движняк. А сейчас почему? У него потеря веры. Потеря веры на Бога, которого он знал. Мы тоже же с вами переживаем какое-то отношение с Богом. То, что мы помним о нем и что мы пережили с ним тогда, мы каким-то образом не можем перенести это сейчас, прямо сюда, вот в это время. Какая-то причина существует. И у него осознание Бога превращается в соответственное познание от нем в другую совсем сторону. Кто из нас сегодня, вот присутствующих в зале, либо те, кто смотрит нас в прямом эфире, чувствует себя таким образом? Где-то на каком-то этапе мы говорим Богу: ляма, что? Почему? Что случилось? А что можно было думать, например, евреям во время проскуровской резни? А потом через 20 с лишним лет во время Второй мировой войны? От Бога, которому служили в синагогах, вдруг перестали получать ответ на свою избранность. У нас же есть особенная молитва. Благодарна тебе, что ты избрал нас из всех народов мира. Избранность. И вдруг во времена проскуровской резни, а потом 20 с лишним лет во время Второй мировой войны, они... читающий молитву, читающий Захар, читающий Талмуд, изучение Талмуда, да, они вдруг чувствуют, что они теряют свою избранность от Бога. Преследование, гонение, унижение и так далее, и тому подобное. Да, даже тогда не изучали Рамбама, читая его молитвы, да, особенно Мишне Тора, это одно из, там есть благословение, или же, может, говорим, кидуш, во время субботы. Благословен ты, Бог всесильный наш, владыка вселенной, осветивший нас своими заповедями и вложил в нас, и благословляющий к нам, и давший нам наследие по любви и благосклонности святую субботу свою, в память о сотворении мира, первый из святых праздников, напоминание о выходе из Египта, ибо нас избрал ты и осветил нас из всех народов, и в святую субботу свою по любви и благосклонности дал нам наследие, благословен ты Бог, освящающий субботу. Молитвы, которые читаются каждый шаббас. Вдруг эти люди чувствуют, что они теряют свою вот избранность. Вы же тоже избраны. Народ избранный, взятый в удел, чтобы возвещать о чудных делах Божьих. Мы вдруг, кто из нас сегодня не переживает такой избранностью? И мы говорим, где наше избрание, если мы избраны настолько? Где оно происходит? Кто чувствует себя в это время, в течение последних 2 лет, на фоне COVID-19, что происходящее, как будто ваша избранность какой-то пшик. Просто пшик, и ничего. Ты борешься с ним, борешься, как бы не закрывал двери, кто-то все равно заболел. Как бы ни говорил, как бы ни защищал, никак бы там не перекрещивал, и не называл кровь Христа и все остальное, но так бывает, что и вдруг зашел на чуть-чуть постоять, на пару недель, COVID. Как будто пших и нету. Иеремия обращается к Богу, и вот неужели ты, Господь мой,
Он говорит, неужели ты, Господь мой, изменился, стал подобным пересыхающему ручью? Вопрос, конечно, кстати, так как касается нашего хождения и нашего отношения относительно Бога и Писания. И как мы воспринимаем? Мы принимаем Его. Если мы относительно Тегелим, это псалом, первый псалом, помните? Давайте, кто помнит первый псалом? Благословен человек, который, мы говорим, неужели? Я ж благословен, читаю Писание и день, и ночь. Ну, не так, как Сергей, ну, как бы так, с выражением. А вот так, чтобы как бы почитать, чтобы страшно на ночь не было. Так вот. Да. Если мы относительно Тегелим, посажены как дерево потоков вод, чей источник вообще не иссякает, а Господь, то наша жизнь будет расцветать, будет благословленной, потому что мы учимся в Слове Божьем день и ночь. Представляете себе рецепт. Читай каждый день Библию, и будешь и благословен, и все, что ты не будешь делать, успеешь. И все это, вот все благословения, да? Я почему это говорю? Потому что очень важно. Потому что когда мы читаем Тегелим, там, «Вехая кец шатуль эль памигель маим, ашер прием и тенебе и тао, велеху ло и аболь, вехоль ашер и отце и оцелях». Он будет, словно дерево посаженное у водных потоков, которое даст плод во время, чей лист не завянет, во всем, что он делает, не будет делать, а делает, преуспевает. Но тут Иеремия смотрит на собственное процветание. Но человек же знает Бога. Я надеюсь, он читал уже отрывки и Танаха, и все остальное. Это все же есть. И день, и ночь у него. И вдруг он говорит, моя боль, мои раны, все, что во мне болит. Ведь как-то так не соответствует. Он ропщет и делает вывод. Неужели Бог у тебя засыхает источник жизни? Слушайте, вот когда я прочитал это, у меня оно нахлынуло. Знаете почему? Потому что фактически мы, как благословен человек, который посажен как бы как дерево. В законе его день и ночь, мы как бы будем благословены. Мы вроде бы, как верующие, мы уже понимаем места Писания, и мы так изучаем его, и вдруг какие-то вещи происходят в нашей жизни, и Иеремия начинает говорить, неужели, почему моя рана вообще, она как бы не исцеляется, и вообще не исцелится, и неужели ты, мой Бог, становишься засохшим ручьем? Мы с вами, друзья, ничем не лучше Иеремии в своих выводах во время собственной засухи. Человеческий источник – это естественный источник, который может в любой момент засохнуть, как трава, поднимающаяся на время. Но Божий источник – это сверхъестественный источник, который никогда не засыхает и никогда не заканчивается. Аминь. И Писание говорит об этом. Послание к евреям, 13 глава, 8 стих. Иешуа Мессия вчера, сегодня и вовеки. Значит, в нем нету перемен. И здесь Иеремия говорит, неужели, Бог мой, ты становишься как иссыхающий ручей? Но нам с вами, естественно, вообще нормально, естественно, претензии о собственном состоянии перевалят на кого-то другого. Кто виноват? Теща? Да? Кто виноват? Ну, правительство. Кто виноват? Еще кого-то. Найти любого человека, каких-то претензий, почему тебе плохо. Это, ну, норма человеческой жизни. Иеремия – это подтверждение. Когда кто-то что-то делает нам
хорошее, мы принимаем. Но когда что-то с нами происходит вне нашего осознавания, нам легче перекинуть все на Бога и начинаем говорить: неужели, Боже, ты изменился? Вот тогда, в 90-е, ох, оно было, да-да-да. А сейчас где-то Бог, наверное, начал огородами ходить. Давайте посмотрим, как и что нужно искать в ничтожном, чтобы получить драгоценное, и что это за клад такой драгоценный. Зачем оно вообще нам нужно? Первый вопрос. Зачем вообще нам это искать? Нам нужно? Как Виктор говорит, а что мы с этого будем иметь? Если найдем, порыться и найти. На сие, так говорит Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицем моим. И если извлечь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Добре, же ще раз буду розмовляти українською мовою. Тому Господь так відсказав: якщо ти навернешся, то тебе приверну, і перед лицем моїм станеш, а як здобудеш дорогоцінне з нікчемного, будеш як уста мої, до тебе самі вони звертатися, а не ты до них звертаешься. Перед тем, как продолжу, я хочу, чтобы мы поняли, зачем вообще Машиах пришел в этот мир, зачем Всевышний послал искупление для людей. Ну, не только что Иоанна 3:16, как мы все умеем говорить, ибо так возлюбил Бог мир, что Он отдал. Ну, отдал так отдал. Да? Давайте другие места нашего Писания, кроме того, что возлюбил так сильно Бог мир. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Матитьяху или Матфея, 18 глава, 11 стих. Дальше первое послание к Тимофею, Павел говорит: верно, всякого принятия достойно слова, что Машиах Иешуа пришел в мир спасти грешников, и из них я первый. Это то, для чего пришел Машиах в этот мир. Что вообще показывает, что никого нет вообще праведного. Никого не было. Если мы помним, что пришли Содом и Гоморру губить, правда? То здесь Бог вообще посылает Машиаха, чтобы спасти уже тоже. Римлянам 3 глава 1 и 2 стих. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. И напаче в том, что им верено, что? Слово Божие. Самое лучшее, у нас есть Слово Божие. На чем нужно опираться, которая опора должна быть нашей защитой, нашей надеждой, вдохновением, даже в самые худшие времена. Я не буду зачитывать все послание, хотя третья глава, она меня впечатляет. Реально, она очень классная. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? 9 стих. Нисколько. Преимущества вообще нет. Вот нету преимущества. Ибо мы уже доказали, что иудеи, как и еле, все под грехом. И как написано, нет праведного, нет ни одного. Я не буду дальше перечислять, но самое интересное, что последние несколько стихов. Неужели Бог есть Бог иудеев, только а не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдал обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем верой. Другого выхода нет. Тут Павел четко утверждает истину, что мы все нуждаемся в Боге и в искуплении наших согрешений именно через пролитую кровь Машиаха по закону. И послание к евреям, мы помним, 9 глава, 22 стих, говорит: и на самом деле, согласно Пятикнижию, почти все очищается кровью, и без пролития крови нет прощения грехов. Мы понимаем, что нам нужно, это искупление, прощение и так далее. Итак, где и когда начинается поиск
драгоценного. Мы хотим найти драгоценное в ничтожном. Когда и где начинается? Если вы посмотрите, стих, 19 стих, все начинается с обращения Всевышнего. Бог обращается к Иеремии и говорит, если ты слушаешь, если мы услышим, да, то если мы слушаем, мы услышим. Если изменишься и придешь ко мне, или другое слово, там, если ты обратишься, то я восстановлю тебя. Бог, поиск ничтожного начинается с, на самом деле, с Божьей стороны. Призыв. Тот начинает говорить, неужели ты иссякаешь, и веры мне не хватает. И тут начинается, если ты обратишься, если ты изменишься и придешь ко мне, все начинается с осознания, что мне как человеку нужен Бог. И вам каждый день, особенно верующему человеку, нам нужен Бог, а Он настолько свят, что необходимо раскаяние, осознание осознанных и неосознанных грехов. Понять, что нам нужно Божье прикосновение, Божье покрывало и от наших преступлений, ошибок, то, что мы мимо, как бы, кассы, да? Ну, если вы говорите грех, это как бы мимо цели. Слово изменишься или обратишься на иврите шув, а то слово, как мы говорим, тшува, шув, это вот слово, которое мы находим еще в Бытие 5 глава, где Авраам сказал, я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся. Другими словами, это слово имеет описание поступка, когда человек отвращается от греха и обращается к Богу. Другими словами, это пойду туда и возвращусь. Шува или шув – это возвращение, это поворачиваться. Но и теперь, Иаиль говорит, не поздно, говорит Господь, все, всем сердцем ко мне обратитесь с постом и плачем, а содеянным скорбям. То есть ты, Бог говорит, призывай, и сейчас не поздно. Тшува – это начало поиска того, что дарует нам Бог в Иешуа Мессии и гарантирует, в первую очередь, свои богорасположения. Тшува или тшува, покаяние, раскаяние нам нужно. И вот что говорит Иеремия. То я восставлю тебя, и будешь предстоять перед лицем моим. То есть это Бог говорит к Иеремии, но Иеремия описывает это. То я восставлю тебя, и будешь предстоять перед лицем моим. Тут также вот слово второе, предстоять пред лицем моим. Знаете, что там написано? Какое слово используется? Шув. Чува, тоже опять. Но в данный момент это как будто, вы знаете, что оно имеет в себе. Вот человек ушел и возвратился. Значит, и чува, шува, то есть вернуть его в первоначальное состояние. И только тогда, когда ты придешь в первоначальное, вернешься в первоначальное состояние, тогда ты пристанешь перед моим лицом. Потому что ничего, как бы, нечистого перед левым лицом не может предстоять. Другими словами, запросы Иеремии, что со мной происходит в это время, и рана неисцеленная, Бог говорит ему, подожди, давай сделаем шаги. Ты хочешь найти драгоценное в ничтожном, сделай это сначала через раскаяние, покаяние, вернуться к тому месту, где мы будем говорить с тобой лицом к лицу. И тогда происходит нечто, когда мы понимаем, что Бог нас освободил, простил, обещание дал, мы теряем свое как бы хуцпу. Хуцпа на иврите – это наглость. Ну, хуцпанутый. Мы теряем свою хуцпу просить у Бога. Знаете почему? Чаще всего. Потому что то, что мы сделали до этого, как Иеремия, он много говорил народу, да, знал Бога, а потом начинает на Бога сетовать. И Бог говорит, слушай, тебе нужно покаяние. Тебе нужно раскаяние.
вернуться обратно, чтобы мы могли поговорить. И когда мы начнем поговорить, у нас иногда закрывается рот, потому что что мне сказать? Неужели я столько что верующий, столько так долго, что мне теперь нужно тшуву принести, сознаться перед Богом и так далее. Как будто, ну, неправильно какое-то место. Я думаю, что нам нужно найти это место. Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны, сердце чисто, кто не клялся душой своей напрасно и не божился ложно ближнему своему, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Это обращение вообще-то не к неверующим, а вообще к верующим людям, кто знает надежду в Боге. Бог говорит, ты хочешь стоять прославлении или там в служении как бы передо мною, подняться на гору мою. Вот мои предложения. Руки очистите, сделайте свою работу. Тогда, когда вы принесете тшуву, то есть приделайте тшуву, возврат, тогда придите. То есть вот шув, там тоже шув написано. Вот вы вернулись и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, то как волну убелю. Исаия 1:18. Что мы ищем? В каком месте? Знаете, меня украинский перевод очень, очень вдохновил, потому что есть одно «но». Як здобудеш драгоцінне з нікчемного. В русском стоит слово «если извлечешь». Секунду, я так думаю. Хорошо, я покаялся, я совершил тшуву, то есть мой возврат пришел. Как тогда получается, что если? Вот если ты принес тшуву, такого не может быть наполовину беременный. Как вот женщина говорит, ну как беременна, говорит, наполовину. Ну такого же не может быть, правильно? Либо ты принес тшуву, либо нет. Нет такого понятия наполовину тшувы. На полдороги вернуться. Ну нет такого. И то передумать. На самом деле это как-то безусловное состояние. Тшува либо она есть, либо нет. Як здобудеш. То есть украинский вариант говорит, как утвердительно, четкое утверждение цели. Тут твердое утверждение, как и в иврите, яца, то есть произведешь. Яца тогда что-то сделаешь. Не если, а сделаешь. Совершенное действие. И местописание, Бытие, 1 глава, 12 стих, и произвела земля зелень. Да? Она произвела, это не наполовину, может быть, если произведет земля, ну, она сделала, там то же самое слово. Яцер, то есть утверждительно, произвести драгоценное. Произвести драгоценное. Это не просто покопаться и туда вытащить, а произвести твердое действие. И это слово, я говорю, редкий, дорогой, благородный, почетный, уважаемый. Уважаемый. 1 Петра 1:7. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытывающего золото, похвале и чести в славе в явлении Иешуа Мессия. И вот, если позволите, это мой вывод. Что выходит, что мы должны найти среди ничтожного? Веру. Веру. Если Иеремия терял веру в Бога, Бог говорит, не теряй. Сделай тшуву, вернись и будем говорить. И тогда, когда ты из ничтожного найдешь веру, ты будешь моими устами. Ты сможешь говорить людям. Ты сможешь быть этой стеной, которая на тебя кидается, а ты говоришь, нужно покаяние, нужно идти к Богу.
в четкое состояние. Неужели ты, Господь мой, изменился и стал подобным пересыхающему ручью? А Бог говорит, подожди, сделай возвращение, тшуву, вернись обратно, стань передо мной в изначальное положение и начнем говорить. И тогда мы найди, просто найди, утвердительно найди в ничтожное вы, или драгоценное в ничтожном, в своем ничтожном состоянии, и конкретно здесь ничтожное, это вот веру, найди веру среди ничтожного состояния. Найти веру в Бога посреди ничтожного. И вот украинское слово «никчемное». Мы говорим по-русски «ничтожное». Ни к чему не годное. Ни к чему не годное. Есть вещи, которые ни к чему не годные. То есть выхода нет, результата нет, состояние безвыходное. И на иврите вот это «никчемное», «ничтожное» звучит «зелал». Зелал значит быть легкомысленным, быть пренебрегаемым или пренебрегать. Это слово используется 8 раз в Танахе. Я не буду их перечитывать, но 2 у меня интересных есть. Второзаконие 21 глава 20 стих. «И скажет старейшинам города своего, сын, сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших». На русском языке слово «мот», да, а это «зелал» и «пьяница». Хранящий закон – сын разумный, а знающийся с расточителями – «зелал» – срамит отца своего. Притчи 28 глава 7 стих. Слово «расточитель» или «расточительство» и «мотничество» – да, это синонимы. Синонимы – это чрезмерная, необдуманная щедрость тем, чем обладает человек, связанная с имуществом. Еще есть слово «транжира». Вы скажете, «ребе», а как насчет там второе послание к Коринфянам? Там же Павел говорит «расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». Тоже слово «расточил, раздал». Вот знаете, Павел цитирует 119-й псалом. И там используется слово «базар», немножко другое, «сеющий», «раздающий». То есть это на благое дело, а не просто бессмысленная трата времени и обстоятельств. Так что, дорогие друзья, когда мы говорим «ничтожная жизнь», которая это мы там «никчемное мое житие», да? Когда мы приходим в том состоянии никчемное, да, усе никчемное, все, ничтожное, да, ни к чему не годная моя жизнь. Вот, не знаю, пришел в своей жизни куда-то тупику, вот легкомысленная, бесцельно проживающая моя жизнь, я не вижу, куда я иду, тогда это должно быть твоим состоянием найти. Ты должен найти веру в этом бесцельном, целевом состоянии твоей души. Когда люди говорят, я не знаю, я не чувствую Бога, не знаю, что мне делать, я как-то в тупике таком, все это было раньше, сейчас не знаю, что происходит. И вот здесь Бог говорит, подожди, Иеремия, давай сделаем первое тшуву. Этот возврат, вернись обратно в это время наших отношений. И мы начнем говорить, и в этих разговорах давай, ты найди, ты должен найти, обязан найти драгоценную веру в Бога в ничтожном. Тогда, когда нет ни выхода, ни ситуации, мертвая пустыня в твоей жизни, ты должен найти, потому что Иеремия говорит, я чувствую, что ты становишься сухим источником, как будто Бога нет. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иешуа Мессия. Он говорит, сам же Бог мира, Он сделает вот это, Он сделает, что Он поговорит, Он вот привлечет тебя. И вы знаете, что многим из нас сегодня нужна духовная чува.
и понимаем, что ну, наши грехи либо состояние делают нас какими-то мертвыми, да, нам нужно возвращение. Но еще есть люди, которые вроде бы и не грешат, приходят на собрание, что-то делают, но внутри они говорят Богу: рана моя неизлечима и не излечается. Болезнь, которой болею, не исцеляется и навряд ли исцелится. О, Боже мой, как будто ты стал для меня иссыхающим ручьем. Где вера? И Бог говорит: найди в своем отчаянии, в своем угле безысходности веру в меня. Найди драгоценное, самое драгоценное, найди веру в того, кто меняет все и может изменить все. Нам нужна духовная тшува, поворот на 180 градусов в обратную сторону. Галатам 5:5. Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Таковых нет закона. Но те, которые Мессия, от Мессии и Христовы, распяли плоть свою со страстями, похотями. Если мы живем Духом, то Духом и поступать должны. Дух, Он ведет нас к этим водам. И на последний, я 15 минут задержал, зачитаю этот же перевод 15 главы 19 стиха Иеремии в современном переводе. Я думаю, оно сможет, поможет всем нам стать немного, как бы сказать, легче, что мы немножко как бы снимем в себя какой-то стресс. Господь сказал: Иеремия, если изменишься и придешь ко мне, я приму тебя назад. Фух. И ты сможешь снова мне служить. И если будешь в твоем слове мудрость, если будет в твоем слове мудрость, а не глупость, то сможешь говорить от имени моего. К тебе должны прийти, изменившись, люди иудеи, но не изменяйся, как они. Фух. Когда я зачитал это, я думал, вот как раз вот то послание, которое для многих из нас очень важно слышать. Иеремия, Игорь, Василий, там Сережа, Валентин, Виктор, Иван, независимо от мужского и женского, Ольга, там Мирия, другие. Если изменишься и придешь ко мне, я приму тебя назад. То тшува, да? Я тебя приму, в тшуву, вот тут оно вернуться. И ты сможешь снова мне служить. Есть люди, которые думают: не хочу, не буду, не буду больше. Бог говорит: ты сможешь мне служить. И если будешь в твоем слове мудрость, а не глупость, то сможешь говорить от имени моего. К тебе должны прийти, слышите, к вам должны прийти, изменившись, люди иудеи, но не изменяйтесь, как они. Бог сегодня говорит: не меняйся, не прогибайся под этот мир, останься верным. Что искать? В ничтожном состоянии, ничтожном, в тупиковом, каком-то безвыходном состоянии искать веру. Если ты найдешь веру, найди ее. Хоть чуть-чуть найди. И я думаю, что это сегодняшний призыв у нас. Ко мне лично. Мы все в этом мире ходим, мы люди. Хотя и
тоже был и религиозным, и человеком, и пророком, кричал всем. Его и гнали. И Бог сегодня ему и нам говорит одно и то же. Извлеки драгоценное из ничтожного. Я бы хотел, чтобы мы себе помолились в заключении этой конференции. Возможно, там призыв кому-то совершить чуву. Возврат обратно к Богу в первоначальные отношения. В руках твоих, в руках твоих.
понимая, что делать дальше, как хранить любовь. Я приду в собрание твое и открою сердце для того, чтобы увидеть в руках твоих. Аба, улыбнись нам, прими нас, говори с нами.
благословляй нас, наших детей, в тысячи поколений, ранним утром или ночью, плачем или танцуем. Господь, мы в Твоих руках. Бешемешу Машихейну. Амель. Але якщо ми не знаємо історії нашої, то я вам хочу сказати. Єшуа. Вперед, треба почувствувати ти. Твоя нога, одна ли вторая, вперед, впереди. Ашмина, Бемалок, Дошим, Ори, Кезохар, Хахатракия, Маскарин, Дани.